Первым будет правительственный час с участием министра внутренних дел, который давненько у нас уже не был. Второй, и здесь хотелось бы сказать о том, что, понимаете, нет каждого десятого в штате полицейского, да, а заработную плату не поднимали со времен принятия закона о полиции. Сегодня в Москве, если вы посмотрите, капитан полиции имеет в два раза меньше заработную плату, чем медсестра. Вот с моей точки зрения, вот сегодня заявлена тема там, борьбы с коррупцией. Как вы можете бороться с коррупцией, если любой прохожий может дать 3 копейки и повысить заработную плату? То есть человек с наганами и погонами не должен нуждаться вообще-то в деньгах, потому что в этом и заключается. Вот тогда и более строгая ответственность должна быть тех, кто в погонах. А сегодня это невозможно. У нас 12 будет законов третьего чтения, 4 будет закона ратификации, 2 закона по 118 статье. Но я уверен, что 51 вопрос мы сегодня вряд ли рассмотрим, потому что если вы посмотрите наш регламент, то даже по нашему регламенту в первом чтении закон должен рассматриваться не менее 35 минут. Поэтому я всегда и на Совете Думы, и некоторым планировщикам говорю, ну вы как планируете, у вас арифметика совсем была плохо. Поэтому я хотел бы сказать, что сейчас наступил период так называемых бюджетообразующих законов. И о них расскажет Николай Васильевич. Но я хотел бы в общем сказать, что, понимаете, вот если вы посмотрите вчерашнее рассмотрение и законов, и протокольных поручений, то нас поражает вопрос о том, что все говорят о мобилизации, но на самом деле при принятых поправках в Конституцию Дума продолжает занимать трусливую позицию и боится спрашивать с исполнительной власти. Именно поэтому многие вопросы кочуют из повестки в повестку. И именно поэтому у нас сегодня, ну вот, я и у моих коллег, есть сотни обращений и от родственников мобилизованных, и от детей-инвалидов, и от кого только нет. Но что такое бюджетный процесс? Бюджетный процесс – это возможность изменения тенденции в решении проблем. Вот чтобы президент там очередные 5 часов с народом встречался, чтобы опять не было 90% одних и тех же вопросов, вот бюджетный процесс обязан учитывать эти вопросы. Но, к сожалению, сегодня этого пока не наблюдается. С нашей точки зрения, вот засевшая на самом верху праволиберальное потомство Чубайса, оно, в принципе, не дает ни от бюджетного правила никуда не отойти. Потому что, ну, нам-то с вами какая разница? Доллары и евро, которые реквизировали, или будет юань и рупия? С нашей точки зрения, деньги надо не в кубышку, а в решение проблем нашей страны и наших граждан. К сожалению, мы получили для рассмотрения не бюджет из правительства, а предположение, бюджетное предположение. Причем бюджетное предположение в трех вариантах. Первый, второй и третий. И один из них базовый. Мало того, мы получили этих предположений три. Один от Минфина, один от Минэкономразвития и один от Счетной палаты. Вот представьте себе качество этого документа. А к чему же верить? Из трех ведомств поступило три предположения в трех вариантах. Ну, наверное, правительство должно было объединить все это в один документ и представить нам как бюджет. Нет, мы должны в трех вариантах рассматривать бюджетные предположения. Вот это предположение, над ним, по моему мнению, никто особенно сильно не думал, потому что все цифры идут одинаковые. Доходы, допустим, 27 триллионов рублей на 3 года. Расходы 29 триллионов на все 3 года. Если брать консолидированный бюджет, то 16, 17, 18 на 1 триллион за счет прибавка у консолидированного бюджета, это за счет инфляции. И инфляция этот триллион будет съедать. Поэтому, когда смотришь, а как же будет развиваться страна, ведь в конце концов развитие страны зависит от экономики. Но берешь раздел «Национальная экономика», а там никакой прибавки нет, там наоборот идет сокращение государственных инвестиций на решение самых нужных проблем.
Вопрос идет об импортозамещении. Вы знаете, что на страну наложили санкции, значит, нам ничего не продают, у нас ничего не покупают, значит, мы должны немножко замкнуться в собственном пространстве и снабжать свою страну своей собственной продукцией. Но ничего подобного нет. Вот мы, коммунисты, разработали бюджет развития. Мы говорим, что он должен быть не менее 40 триллионов рублей. Мы говорим о том, что на экономику надо давать 7 триллионов рублей, не меньше, для того, чтобы импортозамещение наконец-то обрело свои реальные формы. А на самом деле, вот в этом году, в первом полугодии, построено всего 90 производств, причем маленьких, там, где работают по 50 человек. Из этих 90 производств только 8, имели инвестиции где-то больше 3 миллиарда рублей. Остальные все это практически малые предприятия. Но при этом 46 тысяч предприятий у нас было закрыто. И в результате то, что строится, поглощается вот этим закрытием, и макроэкономические показатели у нас не меняются. Поэтому мы, коммунисты, говорим, давайте создавать бюджет развития, давайте, наконец, заниматься импортозамещением, давайте поднимать экономику, пора нам снимать китайские пиджаки и турецкие рубашки, мы должны уже давно носить свою одежду, летать на своих самолетах, ездить на своих машинах, на своих скоростных поездах. Но вот этого, к сожалению, бюджет не предусматривает. Опять идет ориентир абсолютно на сырьевой сектор. Вот сейчас строится 20 крупных предприятий, из них 18 ГОКов и 2 судостроительных завода, которые будут строить суда, газовозы по сжиженному газу. Это опять все сырьевой сектор, опять вывоз капитала, и этот вывоз капитала в этом году превзошел все ожидания. 260 миллиардов долларов уходит из страны. Мы говорим, давайте установим валютный контроль и не выпускать ни одного доллара из страны. А у нас правительство считает, что можно вот по 260 миллиардов долларов выпускать и никаких вопросов. Мы с этим категорически не согласны и будем настраивать, принимать свой бюджет развития. И один из основных и важных вопросов, который волнует сегодня наше население, это вопрос мобилизации. Поэтому вчера в ходе заседания пленарного Государственной Думы нам и были внесены поправки. На наш взгляд, весьма важные поправки, которые вы предоставляли, предполагалось предоставить возможность отсрочки от мобилизации отцам 3 детей и выше, отцам, которые воспитывают детей-инвалидов. Соответственно, была еще одна поправка. Это в случае, если единственный сын у единственного родителя. Все эти поправки были внесены в установленные сроки, но, к большому сожалению, правящая партия, ведущая партия «Единая Россия» отказалась поддерживать данные поправки, ссылаясь на то, что некие изменения схожие существуют в закрытом приказе ДСП Министерства обороны. Я, ответственно, сегодня заявляю, что, к сожалению, эти самые указания со стороны Министерства обороны на сегодня не являются нормативным документом и не могут быть применены в рамках публичной защиты своих прав. В этой связи военкомы и руководители соответствующих призывных комиссий могут ими либо пользоваться, либо не пользоваться. Закрепление напрямую в федеральном законе этих гарантий было бы главным, основным и правильным решением. К большому сожалению, еще раз говорю, «Единая Россия», ссылаясь на отсутствие заключения положительного от Министерства обороны, провалила эти поправки. Точно так же мы вчера вносили протокольное поручение, которое обязывало или рекомендовало Минфину Российской Федерации сформировать единый стандарт финансового обеспечения мобилизованных граждан и членов их семей. К большому сожалению, на территории Российской Федерации существует очень разнонаправленная практика. Где-то выплачиваются сотни тысяч рублей мобилизованным, где-то есть ежемесячные выплаты, где-то предоставляются еще меры социальной поддержки семьям. А в некоторых регионах, которые не имеют такой возможности, естественно, никаких выплат практически нет. При этом мы формируем сегодня не отдельные удельные княжеские дружины, мы формируем единую российскую армию. И поэтому подход к военнослужащим, к мобилизованным, к членам их семей, к их материальной поддержке должен быть одинаковый. Мы настаивали и настаиваем на том, чтобы сформирован был единый федеральный стандарт, и к финансированию этого стандарта участвовали в том числе и средства федерального бюджета. Без этого дальше двигаться, на наш взгляд, смысла никакого нет. Потому что это формирует нездоровый психологический климат и в учебных центрах, и на поле боя в последующем. Безусловно, мы продолжим эту работу, поскольку это предложение в целом было одобрено, устно одобрено Минфином. Еще раз надеемся на то, что необходимые средства в регионы поступят. И наши мобилизованные, наши воины
будут одинаково экипированы, будут одинаково подготовлены и получат одинаковые меры социальной поддержки. Уважаемые коллеги, вообще наша фракция считает, что нам в условиях мобилизации давно необходимо перейти от экономики освоения средств, которая укоренилась в России за 30 лет, к экономике решения проблем. А у каждой проблемы, говорил один классик управления, есть фамилия, имя и отчество. Но у нас, к сожалению, если вы посмотрите, вот вчера принимали решение очередной раз отложить выплаты внутреннего долга. Да? Ну и рассказывают, что нет денег. Вот я приводил аргументы фракции. Вот вдумайтесь, это официальные цифры, которые у меня есть подтверждение бумаг. За счет двойного налогообложения только дивидендами в год вывозится 5 триллионов 200 миллиардов. На институты развития, которые реорганизовали, потратили 5 триллионов. Я думаю, что у вас арифметика все в порядке, да? За счет курсовой разницы ФНБ потерял 4 триллиона рублей. А если бы вот эти все деньги да, вложить в развитие экономики и решение наших проблем, да мы бы уже жили как в Кувейте. Поэтому спасибо вам за внимание. Просим объективно освещать и быть на постоянном контракте, а не на договоре. Спасибо.